freestduck.ru представляет. Чемпионат России прошлого года, победитель международных турниров.
Интересно, что оба борца долго шли к этой финальной встрече. Я имею в виду не данный сезон, а вот предыдущие годы. Они не раз занимали призовые места, в том числе и в на прошлом чемпионате, второе и третье место. И вот добили своего. Вознаграждается. И сейчас финал.